Дольщики микрорайона Ясная Поляна просят не банкротить компанию депутата Хабалды Шушубаева, которого обвинили в хищении их денег. Люди боятся окончательно потерять квартиры. Напомню, компанией «Рокос» Шушубаев руководил с 2008 по 2013 год. Сейчас его судят за обман дольщиков. Следствие считает, что народный избранник тратил деньги людей на свои нужды. Саму компанию «Рокос» хочет обанкротить банк-кредитор, однако в таком случае новоселье люди, скорее всего, не справят. Куда нам идти, если с домом что-то решить? На трубы, что ли? Куда нам идти? Что нам теперь делать? Мы же деньги вложили, мы же заплатили. Что нам теперь делать? Куда правительство смотрит? В свои квартиры не могут въехать больше 300 человек. Один дом не сдали из-за того, что там нет отопления, а второй попросту недостроен. Возможно ли, что «Рокос» пытается снова использовать обманутых дольщиков, на этот раз, чтобы избежать банкротства? Сказать трудно, но директор компании даже пришел на митинг и пообещал, деньги найдутся, если компанию защитят от требований кредитора. У нас существуют активы, сейчас освободившаяся земля, квартиры, разное все, на сумму более 2 миллиардов рублей. На достройку 9-го дома надо 120 миллионов рублей, на установку котлов надо 6 миллионов. Все, больше затрат там нету. Если введут все-таки банкротство, то тогда все люди, согласно существующего нынешнего законодательства, они эти квартиры не получат. А я напомню, что деньги на достройку домов в микрорайоне Ясная Поляна «Рокос» не может найти уже около 7 лет.